О, Хитман Джейсон Броуди. Почему тогда ER в меню написано? Максимов заебал. Я буду устраивать вам Нолана по всему Гаррис Муду. А где Хакс выбирать? Да хватит это делать. Я тебя носкопом завалю, гад. Окей. Завалил. Носкоп, бич. Блять, инсепшн, Иван. Где Хакс? Хакс! Сори. И что, у тебя работает нормально? Нет, он вылетел нахер. Это часть опыта, я думал. Хаки. Ты как бы используешь хаки и при этом сам других наказываешь и самого себя. Нет, он должен нормально работать, погоди. За то, что ты кидаешься монитором, нельзя кидаться монитором. Нельзя на красные черты как-то ускориться, что ли? Ну, видать, нет. Ладно, тут невидимая стена. Ай. Слушай, ты кленер. Сучка меня убила. Понятно. Почему этот говнюк тут появился? Чё он тут делает? Вот именно. Нет. Видишь, он боится концовок. Нет, он, у него такая же тупая рожа, которая была и в самой игре. Кто привязал его? Кто привязал? Почему он не меняет свое лицо? Ты чем тебе такое лицо? Но он ответит тебе на этот вопрос. Смотри, что у него с лицом. Смотри, что у него с лицом. Гагатон. Гагатон, смотри, что у него с лицом. Я ему насрал на лицо. Да смотри, смотри. Он как бы... Блять, я ёбнул. Что за дерьмо это? Что? Что за говно? Что? Крази штука. Нет, не бери ее от меня, это моя крази штука. Это моя крази штука, отстань. Нет, это моя крази штука. Нет, моя. Я ее первый взял. А я ее заспаунил. Ну и что, ты теперь король, что ли? Да. Иди давай, закрывай страницу ВКонтакте. Какого? Тогда. Я хочу просто убить. Watch out! Ну офигеть теперь. Я ж сказал, watch out! Your face is disgusting. Смотри, я сейчас, блядь. Пытается... Почему на Эверет это какая-то, это сезон второй, что ли, Walking Dead или что? Да, блядь, почему Гагатун не убивается? Потому что я ухожу. Ну, молодец тебе. Ну как ты это сделал? Я хочу тебя убить! Пенью! У него красное пятно на лице. Как мне его убрать? Окей. Ты стал случайной жертвой. Почему не стать? Беда! Отстань! Ты просто будешь на него смотреть? Он пытается тебе руку подать, он как бы пытается тебе сказать, что соси! Надо поменять концовки. Соси! Соси! Надо поменять концовки. Сраный Телтейл со своим говном. Ого. Бля, чё он попаду? Так далеко падает? О, а чёрт. Как вот сократить расстояние? Чё ты умираешь? Чего ты такой слабый? Я пытаюсь как бы факт показать, но что-то не особо получается, я тебе скажу. Это из модельки Крайса, она слишком физичная, чтобы для простых смертных. Хит, ты знаешь, просто... что еще физичная? ZZZ нажимай, стрелы. И тогда... What the fuck? Охуенно. Я тебя тефалоподом ебану. Ну хрен. Мазила. Да ты, я не с тобой разбирался. Ты сделал это лично. Ты ебал. Ну я тебя убил там? Я тебя ещё ебану! Нет. Понимаешь? Нет. Погоди, стой. Тут два человека с двумя концовками встречаются, как бы. Это просто пиздец. Скриншот сделаю всего этого, блять. Это как бы это Доджис, я такой. И Шепарду, который как бы не в состоянии. Он просто. Сейчас я ему лицо сделаю. Он просто, знаешь, как в этих, когда он показывает свои движения на танцполе. Смотри на его лицо. Ам? Смотрите, что я заспаунил. О, прикольно. Мою шлюху.
Че ты ее выкинул-то? Что у Шепарда с лицом кто-нибудь мне скажет, пожалуйста, подойдите, посмотрите. Я не знаю. Что у нее с лицом? Я застрял в мертвых шлюхах. Черт, я не могу выйти. Я тебе помогу. Ой, как это весело. Я вижу, что у нее под юбкой, то я вижу панцушоты.